Полина, она болеет, у нее сам. Урод, урод. Да про Сережу все понятно. Хозяйство отрезали, но его вернули. Плачу, как вспоминаю Сережу. Ну сейчас он жив, здоров. Хочу передаю привет Вите. Леша, третий клуб, просто. Клуб любителей герпеса, это я и Сережа. Вы ему лицо видите, что у меня спид, ВИЧ, сифак, трипак. И чего мы добились за эти 20 лет? Задайте себе этот вопрос. Сколько вы зарабатываете? Вот вы можете сейчас встать... и показать свой маленький хер. Полина. Да? Пики точеные или хуи точеные? Я хотела бы передать привет меня именно Леннику из города Санкт-Петербурга. Жопа вселенского масштаба, она больше, чем сама купчина. Ю-ю-ю, дорогие подшипники, подхрящники, подбулочники. Сегодня мы гуляем по купчина. Вот виды, вот. Ну, Полина, она болеет, у нее спит. У меня тоже спит. Спидорак. Спидорак, да. И поэтому мы ее мало будем снимать, чтобы не пугать наших юных зрителей. Да, да, да. Вот. Ну, а так сегодня у нас будет поход на Альпы, потому что сегодня хороший ветер. Мы будем там на Альпах насиловать детей. Там никого нету. И это очень легко делать. Вау, токийский дрифт. Вот так. Ай-ой-ой-ой, Полина сказала, что она реальный... Йоу, представьте, мы сейчас на этом хайпанем. И сказала не снимать, потому что она просто... Итак, хазары захватывают наше ханство. Что мы будем делать, Полина? Мы обязательно зайдем на тур. Да про Сережу все понятно. Сережа как бы... Мы вот помнишь, там ходили, рассказывали, что у него все как бы хозяйство отрезали. Вот. Ой, но его вернули. Его вернули. И Сережа теперь, видите, я плачу, как исповедаю Сережу. О, да, такой ужас. Но сейчас он жив, здоров, все с ним в порядке. Вы его видели на канале. Блог орнитолога Станистана. Нам нужны классные рифмы. Вот у Сережи, когда он... Когда врубаешь видео, он начинает рифму какую-то хрень плести, типа... А? Что-то там насрал в штаны. И это было смешно в самом начале видео. Я же не помню, что он сказал. Мне нужна такая же фишка, типа, йо-йо-йо, такие подшипчики. И что-то там смешное такое. Ай-яй-яй, дорогие пасечки. Короче, передаю привет Вите. А кому еще передать привет? Леша. Леша, третику, просто. Ай-яй-яй, дорогие подхрючники. Сережа главный любитель герпеса. Так сказала Полина. Она сама лично придумала клуб любителей герпеса. Это я и Сережа. Понимаешь? Полина, как ты относишься меня забыл, к этому? А, Полина тоже в клубе любителей герпеса, мы все любители герпеса. Да, председатель клуба. Я председатель клуба, вы по моему лицу видите, что у меня спид, ВИЧ, сифак, трипак. В общем, весь набор, вся чума, палитра, да? Да, вся палитра заболеваний, которые только может быть. Да, холера, чума, диабет, инсульт, инфаркт вчера вот только были. Вот сегодня выписался, гуляю с носителем герпеса, гордым носителем герпеса, вторым членом нашего клуба. Третий член нашего клуба, это Сережа. А он собака, как мило. Член герпеса. А вы хотите стать членом герпеса? Герпесный талисманчик. Сережа. Герпесный король. Мне кажется, Сережа нас забанит за такие слова, но на самом деле это высшее почетное звание. Мы создадим свою герпесную империю, где президентом будет Полина, я буду МИДом, министром иностранных дел, а Сережа будет премьер-министром. И вот мы будем рулить все дела. А еще я стану директором 33-й школы. И все, кто... И установлю там свой режим, потому что Виноградова... Вот все, кто учились в 33-й школе, и кто меня смотрит сейчас... Это, наверное, только Сережа и я. И то Сережа не смотрит. Ну, короче, я буду смотреть, я еще. Вот. Мы все учились только при Виноградовой. Поймите, у нее такой же режим, как у того, кого нельзя называть. А не то меня забанят. Понимаете, она уже 20 лет правит этой школой. Вот, посмотрите. И чего мы добились за эти 20 лет? Задайте себе этот вопрос. Итак, дорогие подхрещники. Я сниму скоро фильм Подшконочники. Подзалупники. Не, ну подзалупник это я тут, блядь. А вы великие эти зрители. Так вот, я сниму фильм «Она вам не виноград» про нашу директрису. И за эти 2 часа распишу все ее грехи за эти 15 лет работы директором нашей школы. Вот так вот. Вот так вот.
Аю-ю-ю, дорогие подключники, с вами MC Станистан и это интервью с Полиной. Добрый день. Сколько раз вы учились в школе? Понимаешь, это сложная тема. Один раз. Вот это да. Сколько вы зарабатываете? Вот вы знаете, моя мама. Вот вы можете сейчас встать и показать свой маленький яд. Айо-йо, дорогие хрюк-хрюкчники. Мы у дома Сережи. Так, Полина. Да? Пики точеные или хуи трощеные? Да. Срубить нельзя. Вот ты спрашиваешь такой вопрос? У дома Сережи, да. Ты это сам блиц. Же подумай, как бы. Я хотела бы передать привет меня именно Веннику из города Санкт-Петербурга. Йо-йо-йо, дорогие подхлечники, как вы думаете, пойдет ли в армию Веня? Напишите в комментариях. Йо-йо, дорогие подсвечники. Понимаете, мы сейчас 40 лет с Полиной обсуждали жопу Сережи. Как? Как можно 40 лет обсуждать это? Как? Стас, ты же сам обсуждал и сам спрашивал. Как ты ведь можешь? Ну, понимаешь, это жопа вселенского масштаба. Она больше, чем само купчино. Не начинай, ты же не останавливаешься, Стас. Нет, я не останавливаюсь. Да.